На риторические вопросы – риторические ответы. Именно они звучали на правительственном часе в Ивановской областной думе. На повестке проблемы на злобу дня в сфере ЖКХ. ОДН, счетчики, систематическое недофинансирование. Как все смочь и сделать, когда денег в обрез, а жители новых повышений цен не потянут? В целом, я думаю, что те меры, которые принимаются и сверху, с точки зрения ограничения роста тарифов, то, что президент какие задачи ставит, они в какой-то степени вектор того задают, который можно указывать нашим гражданам, что все-таки не только вас эта ситуация уже довела до ручки, да, это видно всем. Всем также видно, что ждать остается только изменений на федеральном уровне. Местные власти не успевают и от жителей отбиваться, и дыры залатывать. Трубы текут, с ними уходит вода. Жилищный фонд ветхий, денег опять же нет. Управленцы на местах тоже не торопятся меры предпринимать. Уважаемый моих муниципальных коллег все-таки высказался, может быть, и резче. Но вот я вчера в Твиттере, он просто примерно в Твиттере читаю, Павлоков Александр Владимирович пишет: мы собрали советом ДСЖ все заинтересованные инстанции и выработали меры проверки начисления ОДН. Ну молодец, ну просто красавец, я аплодировать готов, кроме одного. Инструкцию, что нужно это делать, за моей подписью, он получил в октябре прошлого года. Обсуждение постановления правительства России о федеральных стандартах оплаты коммунальных услуг выдалось жарким. Законом установлена предельная сумма начисления стоимости услуг на 1 квадратный метр. Из 18 субъектов ЦФО мы на третьем месте, после Москвы и Московской области. То есть тарифы у нас почти как в столице, уровень жизни не сравнить. Московская область даже не достигнет этой стоимости в 2015 году. У нее будет 94,4. Чем объяснить, мы такие, почему такой высокий у нас стандарт по нашей области? Мы такие богатые. Представители разных партий сходятся только в одном. Нужно завершить процесс установки общедомовых приборов учета и обязать собственников установить счетчики на воду, газ, электричество. Возможно, тогда ситуация изменится. Но самая большая надежда на улучшение – новые поправки в 354-е постановление. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.